танцевальная разминка перед началом соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями. Светлана Белорусская участвует в подобной спартакиаде впервые. Признается, счастлива, что существуют такие мероприятия. Я в восторге, что люди с ограничениями по здоровью могут участвовать в таких турнирах. Это очень важно, потому что спорт – это прежде всего соревнование с самим собой. Ежегодный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится уже в 7-й раз. Сегодня две команды «Одинец» и «Одинцовский добрый дом» из Звенигорода проверят свои силы в 4 состязаниях. Сегодня на турнире ребята состязаются в броске баскетбольное кольцо, в метании теннисного мяча в цель, состязании боча и настольный теннис. Ольга Филатова из «Горок вторых» в клубе уже давно. Говорит, для нее попасть в баскетбольное кольцо непросто, но увлекателен и сам процесс. Я очень мало попадаю туда, но все равно стараюсь. Победители получат специальные медали и грамоты, а для призеров и участников – гастрономические награды в виде пирожков и конфет. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».